будем ломать рейку, подвешенную на бумажных кольцах. Но поскольку одну рейку сломать два раза нам не удастся, нам потребуется две рейки. Давайте убедимся в том, что они одинаковой длины, одинаковой ширины и одинаковой толщины. Ну, конечно, мы не можем обеспечить одинаковость хода слоев дерева. Тут уж как получится. Ломать будем один раз быстрым ударом вот этой, условно говоря, кочергой, а второй раз медленным нажатием на середину рейки. Посмотрим, что получится. Я кладу рейку концами на бумажные кольца. Это тяжелая вещь. Это существенно легкой палочкой так не сделаешь, как хочется сейчас сделать. А теперь наношу быстрый удар по рейке. Сейчас на кольцах лежит вторая рейка. Первая сломалась посередине, кольца остались целы. Давайте попробуем понять, почему так произошло. Кольцо, как и веревка, для того, чтобы порваться, должно удлиниться до некоторого критического значения удлинения. Тогда оно рвется. Разрушительной является некая предельная критическая деформация. Так вот, на то, чтобы удлинить кольцо, нужно некоторое время. Если удар производится с такой скоростью, что весьма коротким является, получается следующее. Вся, как целая рейка, не успевает переместиться вниз настолько, чтобы одно из колец порвалось. Не успевает быть достигнутой критическая деформация колец, как рейка ломается где-то в окрестности середины. Ну, а после того, как она сломалась, легко сообразить, вот эти концы, что в середине, опускаются вниз, а те концы, которые на периферии, уже больше даже не давят на кольца, они начинают подниматься вверх. Если же ломать рейку, медленно на нее нажимая, рейка будет гнуться, но первыми достигнут разрушительной деформации бумажные кольца. Одно из них порвется. Посмотрим. Лучше это делать правой рукой.